Так, ребята, всем привет! С вами канал 24. Ну что, долгожданный момент истины. Блудный сын, так сказать, да? У нас возвратился наш Форд Кроун Виктория. Ой, сколько с ним, конечно, были таких заворозки, да? Так я не знаю, как это прямо объяснить. Потому что он выходил под Америку, потом вышел под ЕТС-ку, потом изменился как-то под ЕТС-ки, опять он выходил. И он тут менялся вот так вот просто, куда зри. Куда зря даже. Зри. Куда зря просто вот прям и туда, и сюда, и туда, и сюда. И толком даже я даже ничего такого даже не увидел. Много, конечно, много даже можно вспоминать очень про него, про данный мод. Но. Давайте смотреть 1.43. Что ж там прям теперь добавлен? Не знаю. Просто не знаю. По кабине одна кабина, по шасси у нас 4 на 2, по двигателям 242 лошадки, 4,6 литров, V8. Надеюсь, что звук нормальный. Потому что звук отличие было от ETS и от Америки. По трансмиссии 4 передачи, по интерьеру. А мне, если память не ошибает... Первоначально, по-моему, там вот мы сидели, да. Слушайте, ну уже 1.43, уже пора добавлять детализацию, вообще нормально сделать. Ну как-то тут уже видно, что... В самом деле, я много раз и буду повторяться, зачем такие моды выпускаться, которые просто они тупо чисто обновляются под 1.43, прописка, да, и все, и забывают. И типа, пофиг, да и хрен с ним. Ну зачем так? Детализация сзади вообще просто никудышная, это раз. Внутри, в принципе, то, что мне нравится, что нету никаких картонок и так далее. Как бы все здесь по-человечески. КПП, я так понял, у них, знаете, у них нету коробки передач, потому что у них коробка передач именно вот здесь. Идет у них вниз вправо. То есть вот так вот в плане этого. У нас, ну, это у них отличие, в Америке это однозначно. Ну давайте дальше, ладно, окей. Покраска, пожалуйста, на цвет и вкус, все это меняется, на какой вы хотите. По аксессуарам ничего нету, очень голенько, и внутри тоже голенько. Ладно, принимаем, смотрим, как бы посмотрим, если сравнивать, вот реально, вот сравнение говорит, то, что я не, что будет под 1.43, я даже не знаю, потому что очень интересно. В плане всего этого... Надеюсь, что он себя покажет лучшую сторону, хотя я этому очень маловероятен, потому что, ну не знаю, ну ладно, не буду ничего говорить про мод, потому что я еще толком даже не знаю в плане всего, что у него под 1.43. Ладно, так, включаем у нас GPS, слушаем. Вот это что мерцание, да, видите, внизу, это как не изменились, почему, не знаю, зачем тогда было так делать, вот это не изменение, изменений никакого не было. Слушаем звук. Ладно, ничего пока говорить не буду. Видно, работает у нас. Хорошо, поворотники у нас нету анимации. Дворники у нас. У нас вообще дворники не работают. Под 1.43 у нас вообще они даже не работают. Но анимация есть. Окей, анимация света есть, хорошо. Как светится ночью. В принципе, светится нормально. Без всяких проблем. Хорошо. Так, минус уже нету анимации с дворником. Дворников. Нету. Да уж. Ну вот тут про что говорит, непонятно. Поедем, прокатимся, посмотрим. Чего у нас водителя нету? Вот почему у нас водителя нету? Поехали. Уже звук, по-моему, тот. Или другой уже. Звуковой сигнал. Ну, обычный тот. Знаете, этот звуковой, этот именно двигатель, я прислушался. По-моему, он использовался как раз под Америку, такой звук. Потому что я помню, что под ETS он использовался совсем другой.
Совсем другое. Вспоминать другие версии, вот именно что пересмотреть, я его, помню, очень много снимал, и сравнение однозначно было. Звук совсем другой, совсем другой. Что могу сказать про мод? Очень плохо. Очень плохо то, что нет до сих пор анимации стекол, нету до сих пор, даже не, возможно, до сих пор дворников не работают. Это, конечно, плоховато. И, соответственно, детализация здесь, к сожалению, никудышная. Мне не очень сильно нравится детализация. В принципе, в целом, что не считая приборки, а вот именно что сзади. По приборке вообще проблем нету, потому что сравнение мы смотрели, да, который вышел Kia, Kia, который мы смотрели, уже забыл. Вот, соответственно, там, конечно, изменений никаких не было толком даже. Ну, что-то может быть изменения. А, нет, было, извиняюсь. Сидения у нас другие были. Так вот, что могу сказать по данному этому моду? Ну, я не знаю. Тут, конечно, на усмотрение. Я ожидал лучшего. Я думал, что его переработают и, соответственно, сделают его лучше. В целом он неплох, мне нравится. Но, во-первых, мне не нравится, что нету водителя. Это раз. Второе. Мерцание вот это, видите, с пола. Это два. Нет анимации поворотников. Дворников, извиняюсь. Дворников. Это три. Про поворотники я вообще молчу. Тоже нету. Анимация дворников, она как бы и присутствует. Но дворники сами не работают. Вот, вот так вот скажу. Ну, не знаю. Ребят, как бы в целом он неплох. Ну, конечно, его, может быть, переработать его надо однозначно. Ну, он так-то выглядит прикольно. Он выглядит реально на самом деле симпатично. Симпатичный модик, хорош. Но дорабатывать его надо однозначно. Вот такой у нас модик, ребят. С вами канал 24. Всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Не забывайте о канале 24. Всех люблю, целую. Увидимся на видосах и стримах. Еще раз повторю. В целом мод нормальный, но доработки. Еще раз доработки. Пока-пока.